Привет всем! Сегодня у нас 30 декабря и будем собирать два торта к Новому году. Такие вот бисквиты. Шоколадные. Четыре бисквита и один ванильный. Здесь крем, сгущенка вареная, сливочное масло, шоколад, сливки и какао-порошок. Такой крем. Ссылки на этот крем оставлю и в описании под видео, и в конечных заставках. Здесь у нас пропитка из вина и воды и сахара. В общем, делали на глаз, поэтому пропорции точно не скажем. Здесь украшать будем и печеньем, и разными другими. Там конфеты и орехи. Фундук и грецкие перемолотые. Вот сейчас будем разрезать все эти бисквиты на коржи, пропитывать, смазывать кремом, посыпать орехами и собирать наш торт. Вот такие вот получаются высокие бисквиты. Еще один шоколадный. Все обрезки идут на крошку для посыпки украшения торта. Вот такой вот получается бисквит. Пористый, воздушный. Это бисквит с какао. Таких вот три больших коржа. И получается еще макушку сняли. Неровную, которую с нее можно будет сделать такой небольшой коржик. И сейчас будем формировать наш торт. И пропитываем наш бисквит винной пропиткой. И смазываем нашим кремом. Такой вот получается крем. Он еще подзагустеет. Не слишком впитывается. Поэтому будет его достаточно между слоями. Такой вот крем. Целая чашка. И посыпаем орехами. Такой вот высотой получается первый такой вот слой, этаж торта. И вот следующий бисквит, тот первый слой вынесли на улицу, чтобы застывал и крем, чтобы схватился. И вот следующий бисквит. Такой вот мягкий, воздушный, хороший бисквит. Вот такие вот получились два торта. Один вот этот около 5 килограммов. Такой большой торт. Где-то 4900. И второй тортик 3 килограмма. Этот у нас останется, который 3-килограммовый, а это на день рождения к бабушке на 1 января. Такой большой торт, придет много гостей, поэтому все это уйдет на праздничном столе. Такой вот тортик. Все обычные конфетки. Орешков немножко и кокосовая стружка. И второй тоже кокосовая стружка, посыпка и разные конфеты с мармеладом, с орехом. Вот такие два торта.